Другим темам очевидцы рассказали, что мажор в кабриолете называл себя судьей. Когда сотрудник полиции подошел к водителю Мерседеса и спросил, почему он паркуется в неположенном месте, нарушитель ответил, цитата, «Я судья, мне все можно». Да и вообще молодой человек вел себя, мягко говоря, резко. Представьтесь сначала, удостоверение покажите. Закон о полиции читал, нет. Сотрудники полиции Москвы установили его личность. Мужчину в настоящее время ищут они. Показания на него дала истинная владельца авто. Первоначально она, конечно, говорила, что молодого человека не знает, первый раз видит. Однако после предложения подать заявление об угоне дорогой иномарки, все-таки признала, что с парнем знакома. Инцидент произошел возле аэропорта Внуково. В ответ на просьбу полицейского предъявить документы, молодой человек начал кричать о законе о полиции. Затем проигнорировал требования стражи порядка. Ну, вы видели, попросту уехал. При этом мужчина выкрикивал оскорбление в адрес полицейского. Слышишь ты, без погонок, Сиву покажи сначала, мусорская.